Был спойлер, что Сейран не сможет рассказать Халису Аге правду, потому что от переживаний просто упадет в обморок, чем сильно напугает всех, особенно Ферита. Сейран решительно настроена убрать Пелин из жизни Ферита. Сейран и Сертер будут действовать сообща против Пелин. В 21 серии мы увидим столкновение лицом к лицу Сейран и Пелин. Также говорят, что новые герои, которые могут быть родителями Пелин, станут причиной ее поражения, и она вынуждена уедет в Измир. Вероятно, Пелин мы не увидим в ближайших нескольких сериях, но это пока не точно. Будет сцена сближения Сейран и Ферита. Также ходят слухи, что продлили контракт актера Ферата Челика, который играет Эфе. Как утверждалось ранее, изначально он должен был быть гостем сериала на 5 эпизодов. Баланс в доме Карханов будет нарушен, и всему причиной будет компания. Ферит приступит к работе в компании. Скорее всего, Фуат не будет рад, что его брат Ферит будет работать в холдинге. И Ферит, и Гюльгюн будут уговаривать Сейран подумать над решением, чтобы Сейран расторгла контракт с Эфе, и они вместе начали работать в семейной компании. Осталось дождаться 21 серию, которая должна выйти 24 февраля, если ничего не изменится, и надеяться, что эти спойлеры будут верны.